Всем привет, 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 миллион миллиард приветов, с вами снова Ариадна. Мы уже смотрели вот эту смешную озвучку по ГП. Первую часть мы посмотрели, тут какие-то чуть побольше, чуть поменьше. Сегодня я решила, что мы посмотрим две части. Номер три и номер шесть. Они небольшие, меньше минуты, поэтому я их объединю просто в одно видео и подпишу, чтобы самой не забыть. Да, вот. Буду ли я смотреть остальные части? Скорее всего, да, я предполагаю, но до конца в этом не уверена. Ну, по крайней мере, вы мне напишите в комментариях, ждете вы эти видео или нет. Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. Все ссылки есть, надо бы, кстати, их переделать по-нормальному. Не забывайте про Boosty. Я ударила по микрофону случайно. Не забывайте про Boosty, там все еще Gravity Falls выходит. Буду рада вас там всех, собственно, видеть. И мы начинаем. Я сегодня без питья, без еды, потому что, как бы, ну, видосики короткие. Попью чаёк попозже. Вот. Так что да. Бывает такое иногда. Так, первый мы посмотрим номер третий. Сука, нахуй я стучусь, блядь. Настроение заебись, я нахуярюсь, я всищу. Сегодня изучаем алкоголь. Дверь закрыта, надо постучаться. Что-то, бля, нальют. Урожай того, который не скидывался. Бухатус, жратус, нахалявнус, латинского хуйло или пидорасина в очках, блин. Мистер Потов, знаете ли вы, какая разница между шторой и туалетной бумагой? Так вот, кто нашу шторку обосрал? Нет, ну такие люди, конечно, бывают, но их мало. Но вообще забавно это все прозвучало. Хоть и короткий отрывок, но забавный, на самом деле. Первое появление Снейпа с диалогом, это, конечно, шедеврально всегда, даже в такой озвучке. Но, да, те, кто жрут на халяву на вечеринках и пьют там на халяву и не скидываются, вообще те еще хуй лучше, если честно, не люблю таких людей. И смотрим отрывок номер 6. Профессор Долбовдыр. А? Долбовдуй. Ты меня еще долбоебом назови. Когда забыл, как преподавателя зовут. А можно спросить, как я родился? О, мой мальчик, однажды твой папа с мамой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а мама поливала его и заботилась о нем каждый божий день. И через некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками. И папа с мамой сорвали его, высушили, скурили и обдолбались так, что ебались без гондона спи, блядь! Ну ладно, тоже вариант, почему бы и не так донести человеку. Но это было очень внезапно, я не ожидала, что он так скажет. Ну хотя это Дамблдор, он и не такое мог сказать, в принципе. Собственно, да, реакция очень коротенькая получилась, я знаю, но я еще потихоньку набираю, чтобы посмотреть. Большие видео пока некогда смотреть, некогда монтировать, вот. Но надеюсь, что в следующей неделе будет полегче. Да, по времени так точно должно быть немножко полегче. Поэтому, да, еще раз напоминаю всем не забывать подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на Boosty, и всем пока!